За январь на дорогах областного центра полицейские остановили 20 нетрезвых водителей. 15 из них в ночное время. Причем нередко любители горячительного ездят в компании, рискуя не только своей жизнью, но и пассажиров. Один из случаев произошел в конце января. Около 3 часов ночи стражи порядка остановили 36-летнего горожанина за рулем Нивы. Проезжал он по улице Интернациональной, машину вел неуверенно. От водителя исходил резкий запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования отказался. Но это не позволило ему уйти от ответственности перед законом. Если наказанием за управление в нетрезвом виде служит административный арест на 15 суток и лишение права управления на 7 лет, то отказ от освидетельствования помимо ареста на тот же срок влечет лишение права управления на 8 лет.